Привет всем! Сегодня у нас будет обзор всходов земляники из магазинных семян. В принципе, прошло 2 недели, срок довольно достаточный, чтобы посмотреть, что же из вот этого всего. Так, вот этот пакетик-то старый, не буду показывать. Соответственно, вот такая земляника была посеяна. И та, которая подешевле, соответственно, 35 рублей стоит, та, которая подороже, сладкоежка, стоит, наверное, 85 рублей. А вот эта земляника, она у нас стоит по 130 и даже больше. Вот это была по скидке, наверное, 140 рублей, а так вообще она за 300 рублей. Так говорят, что вот это прям элитные семена, такая прям замечательная ягода из них. Но посмотрим, какие получились из этого всего всходы. По бокам у нас стоит земляника из своих семян. Обзор всходов уже вышел на канале. И сейчас будем просматривать именно магазинную землянику. Первая земляника, которая совсем не удивила, в принципе, это вот такая земляника треска. Нулевая всхожесть. Так и скажем, просто ни одно семечко вообще не проросло. За 2 недели будет она, конечно, еще недельку стоять. Может быть, что-то там вдруг произойдет какое-то чудо, но я так понимаю, что просто эти семена некачественные. При посеве они сразу не понравились, потому что были, так скажем, вот знаете, есть семена земляники, они как бы такие коричневые, может быть, светло-коричневые, а эти были как бы черные, с какой-то такой чернотой. То ли они старые, то ли они еще какие. В общем, хотя, в принципе, срок. Здесь у нас год урожая 2019 до 2023 года. Ну, в общем, такой получился не очень хороший результат именно от клубники треска. Итак, следующая земляника у нас вот такая вот. Тристан, очень красивая упаковка, дорогие семена и вот такой вот результат. Так скажем, всего вот одно растение. И то такое вот какое-то хиленькое, захудаленькое, чахлое, в общем, такой не очень тоже хороший результат. Здесь тоже, кстати, вот я смотрю, начинает расти мох. Надо будет его вот так немножко подшерудить. Ну, совсем его тут немножко все-таки. Ну, такой вот один-единственный сеянец. Ну, посмотрим, что с него будет, какой будет толк. Следующая у нас такая вот земляника. Флориан, тоже она довольно крупная, красиво цветет, радует своим урожаем. Тоже сейчас посмотрим, какие получились всходы. Итак, флориан, соответственно, из 5 семечек, у тристана тоже 5 семечек было. Здесь у нас взошло 3 вот растения, и четвертое начинает только-только вот видите всходить. Соответственно, ну всхожесть здесь хотя бы намного лучше, практически близка, соответственно, к 80%. В принципе, нормально. Но посмотрим, как дальше она будет развиваться. Нужно было лучше вот брать 2 пачки флориана, нежели по скидке вот была тристан клубника. Земляника сладкоежка. Такая вот тоже красивая упаковка. Была посеяна в 2 стаканчиках. В первом стаканчике у нас получается 1, 2, 3, 4. 4 растения взошло. И во втором стаканчике здесь, наверное, 7 растений. Ну, в принципе, вот у семян именно от Сидек схожесть, она намного лучше. Все-таки по прошлым сезонам это можно сказать, и по этому сезону. То есть на упаковке было указано 15 семян, но там, наверное, было ближе к 20 семечкам. Где-то так вот. И, так скажем, из 20 зашло примерно 10 или 11. Ну, то есть, так сказать, 50% и даже немножко, может быть, и побольше. Поэтому такие тоже... Ну, довольно хорошие все-таки сходы именно у сладкоежки. Вот такой вот получается обзор. То есть самая лучшая оказалась земляника сладкоежка, самая всхожая. Затем, соответственно, у нас флориан и тристан. С треской, к сожалению, вот не очень порадовали. Ну, посмотрим. В принципе, то, что взошло, получается... 15, наверное, где-то, да, 15 растений из примерно 40 семян. Ну, для магазинных семян это, в принципе, такой нормальный результат. Для своих семян это, конечно же, был не очень хороший результат.
Для сравнения сейчас я вам покажу землянику из своих семян. Как мне кажется, просто огромная разница именно и во всходах, и в самих растениях, и в их состоянии. То есть можете сделать вывод, то, что вот из своих семян какая земляника и какая была вот в остальных, соответственно, стаканах, именно магазинные. Свои семена намного лучше все-таки. Выбираем какой-то самый хороший кустик и с него собираем семена. Почему я говорю именно про кустик? Потому что все-таки в магазинных семенах часто бывает пересорт. То есть кусты разные. Например, самый хороший, он обычно один или два. И часто она еще и безусая, соответственно, либо мало усов. То есть размножить другим способом быстро, кроме именно семенного, практически нереально. Делить куст, там, ждать усы какие-то, это очень все сложно. Семенами это гораздо быстрее и проще. Прошлый сезон показал просто отличную, так скажем, и всхожесть, и растения были все одинаковые, которые мы выращивали, семян не было никакого пересорта, усов тоже практически не было, то есть самый лучший куст, собрали семена, посеяли, и целая грядка, наверное, одна грядка на укрывном, наверное, 40 кустов, и еще 30 кустов, они растут там, но на земле, просто на обычной грядке. То есть примерно 70 кустов за один сезон у нас добавилось именно своей качественной, хорошей земляники, которая радует своим урожаем, а не вот такого вот, к сожалению, пересорта возможного. Но посмотрим, что покажет этот сезон. Будем сейчас за ней смотреть, присматривать, в общем. Посмотрим, что будет дальше. Но всем тем, кому видео было полезным, понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.